На базе Ульяновского авиационного колледжа, где располагается учебная база межрегионального центра компетенций, откроют еще две новые компетенции по направлениям транспорт и логистика и информационно-коммуникационные технологии. По каждому из направлений будет создано 4 мастерских. Они будут оснащены современным оборудованием в соответствии с инфраструктурными требованиями WorldSkills. Все эти специальности уже реализуются в нашем колледже, и это позволит повысить качество подготовки будущих специалистов. Все это, опять же, создается в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Мы продолжим эту работу до 2024 года и думаю, что у нас в регионе к этому времени появится еще ряд новых мастерских, но на базе других колледжей. Оснащать мастерские планируют согласно требованиям международных стандартов. Задача учебного заведения заключается в том, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Всего здесь будет создано 14 новых аудиторий. Одновременно в них, соответственно, смогут заниматься где-то порядка 350-400 человек. Сумма грантов по направлениям обслуживания транспорта и логистика, а также информационные и коммуникационные технологии составила порядка 15 и 17 миллионов рублей соответственно. Деньги выделили из федерального бюджета. Кроме того, на ремонтные работы в рамках софинансирования выделено порядка 24 миллионов рублей из областного бюджета. Антон Никонов и Герман Баранов, Управда ТВ.